В Петропавловске проходит тренинг для людей с ограниченными возможностями. Организатором является общественное объединение «Североказахстанское областное общество инвалидов КАМКОР». Чем занимались участники тренинга и какие получили знания и навыки, смотрите в нашем сюжете. В течение 3 месяцев организаторы планируют провести 8 занятий. Это уже 4-й тренинг. Целью проекта, как утверждают специалисты, является развитие у людей с ограниченными возможностями, стремление к освоению новых профессий, формирование потребностей в саморазвитии. Мы со своей заявкой обратились в фонд «Сорос Казахстан», который одобрил нам эту заявку. И вот мы теперь на протяжении 4 недель уже проводим эти тренинги. Обучили порядка 120 человек уже. Ну, мы надеемся, что серия этих тренингов поможет людям побороть себе социофобию и другие проблемы. Таскира Насырова – участница самого первого тренинга. Очень благодарна организаторам. Говорит, лично для нее участие в тренинге помогло поднять самооценку, понять, что не все еще потеряно. Это тренинги не только, чтобы... Самое главное, человек поднял планку внутри себя. Дело в том, что среди таких людей очень много талантливых людей. И просто этот тренинг помогает людям раскрыться внутри себя. В этот день с участниками тренинга проводили различные специально разработанные упражнения, способствующие расширению кругозора, освоению новых профессий. Использовали приемы для развития каких-либо навыков и способностей. Также были занятия, где каждый смог в рисунках рассказать о себе. Ассоциируется это как бы с радостью, с праздником. А дерево. Это я как бы расту. Среди участников тренинга немало заслуженных мастеров спорта. Общаемся, разговариваем, беседуем, друг друга узнаем. Мне всегда было очень интересно узнавать людей. Мне очень здесь нравится. Мне интересно общаться с людьми. Они очень хорошие. Все мы люди, все мы одинаковые абсолютно, я так считаю. По окончании тренингов участники получат сертификаты. Уже в августе организаторы подведут итоги и выпустят методическое пособие, по которому каждый сможет пройти обучающий курс самостоятельно. Получить дополнительную информацию или записаться на занятия можно по адресу: Общественное объединение Североказахстанское областное общество инвалидов КАМКОР, улица Абая, 64, кабинет 102, телефон 36 59 53. Азиза Табиева, Жулдузбек Ермуканов, новости МТРК.